Давай, братуха, за Ливерпуль топить будем. Синий-белый, давай. Давай, доставай. Тебе какое? Эль, лагерь? Не этот, лагерь. Давай, зажигалка. Стой, братан. Я что подумал? Знаешь, что надо? Надо сфотографироваться и за Юшу отослать фотографию, что мы сегодня нормальное, хорошее пиво пьем. А не сивоту никакую, как обычно. А то орать опять будет. Сейчас я камеру включу. Давай. Давай. Приветствую тебя, ценитель истинного крафтового пива Браус. Да ну нахер! Че? У тебя бутылка разговаривает. Какая бутылка? Твоя бутылка разговаривает. С кем? Я не знаю, с кем, с тобой, наверное, разговаривает. Но она базарит. Ты что, горбишь, ёпта, братан? Ты соберись, выдохни. Как бутылку можно разговаривать? Вот смотри меня. Братан, молчат все. Да как молчат-то? Ну, дай камеру еще раз. Давай. Приветствую тебя, ценитель истинного крафтового пива Браус. Сука. Че? Фляга брызнула. Это все из-за нервов. 100% из-за нервов. Потому что как губка я все в себя впитываю. Еще эта игра престолов, там хер пойми, что творится. Анджи в зоне вылета. Эти выборы еще на Украине. Я тебе говорю, это нервы. Все. Блядь, ну не можешь со мной этикеткой разговаривать. Давай еще раз. Давай другую бутылку попробуем. Давай. Приветствую тебя, ценитель истинного крафтового пива Браус. Милка когда придет? Сейчас придет. Блядь. Приветствую тебя, ценитель истинного крафтового пива Браус. Ты сделал отличный выбор и заслужил подарок. Ну! Че, ну мы еще долго в тишине сидеть будем? Да. Пиздец, малышу. Ну я все понял. Перенервничал. Бывает. Рекомендую здоровый сон, вечерние прогулки и вот, таблетки. 2 раза в день. Спасибо вам, доктор. Нет. До свидания. Таблетки. Ну че, как ты здесь? Нормально, че? 27 лет уже на таблетках. Тормозни. Не надо никакие таблетки. Ну, короче, ты это, развели. В смысле развели? Ну, в смысле? Ну, пранканули, короче. Приложуха такая, камеру подводишь, и тут лицо разговаривать начинает. На твою же? Ну, да. Ёпт, я думал, все, психушку заберу. Ха-ха, да нет, ты чё. Я чё, вы молодцы. А вы зачем доктора-то вызывали? Какого доктора? Ну, который только сейчас приходил. Не приходил, братан. Тихо, блин! Таз неси! Просто так не живем, не сидим, подписываемся на наш канал, здесь много всего интересного. Вот наши инстаграмы, вот наша группа ВКонтакте, переходите туда, там много информации о нашем проекте. Друзья, нужна помощь, я реально, короче, решил прибрахлиться, поменять вот этот костюмец, потому что уже нахер распадается просто на молекулы. Этот в новом ходит, а я как лох. В общем, вот вариант номер один, вот вариант номер два. Пишите в комментариях, в какой мне стоит приодеться, и я обязательно такой приобрету. Все, пи. Ты его записал? Да. Ногу убираю. Ты чё, блядь?